Сидеть. Дай лапу. Молодец, молодец. Эта послушная девчонка с говорящим именем Лавми словно призывает каждого «любите меня». Она жила в семье, а потом, как это часто бывает, хозяева наигрались. Сутками очаровашка одна страдала в квартире. С ней днями не гуляли, бывала и скиталась по улицам. Однажды Лавми повезло. Ольга Капустина узнала в ней когда-то жизнерадостную соседскую собаку. Обогрела, пожалела, а после и вовсе взяла над ней шефство. Вот сама вызвалась, говорю, давайте я поищу ей хозяев новых, там буду гулять, буду с ней позанимаюсь, чтобы она хотя бы немножко адекватная была, потому что когда нашли, она всего боялась, людей боялась, улицу мы с ней узнавали, она, то есть, ну, ходила и очень много чего не знала, там на детей реагировала, да, животных всех там. Ольга сама со спортом на «ты», так и своей подопечной скучать не дает. Выгуливает ее, играет с ней, учит хорошим манерам, кормит, а потом возвращает в пустую квартиру хозяев. Забрала бы себе, но уже есть четвероногий друг. Поэтому и решила сделать все, чтобы помочь этой забавной девчонке найти свою семью. Лавли привита, здорова и обработана от паразитов. Если вам какая-то помощь понадобится со стерилизацией, лечением или транспортировкой, Ольга готова ее оказать. Лавми 9 месяцев, а на среднего роста такой и останется. Подойдет как для квартиры, так и в частный дом. Через 2 недели ее нерадивая хозяйка уедет из города, выставит девчонку из дома, и тут Ольга уже ее не спасет. Собаке придется жить на улице. Нельзя позволить этой позитивной, доброй малютке вновь пройти через круги собачьего ада. Помогите Лавли. Звоните по номеру, который сейчас видите на экране. Желают Лавми найти свою семью. Екатерина Пищальникова и Денис Шабанов.